что мойка машины состоялась. Состоялась мойка. Надо дальше проехать. Сейчас мы отъедем, вырулим. Вырулим, отъедем. И пока мы едем, попробуем вкратце кое с чем разобраться. Я как раз выставил видосик насчет того, что некоторые люди вообще там не ели и не пили годами, десятилетиями. То есть с какого-то момента своей жизни какие-то события произошли с ними. И они после этого совершенно стали другими организмами, так скажем. И в основном все это произошло на религиозной почве. И вот как раз я это все дело выставил, указал там фотографии, статьи, кто это был. Вот, ну это я когда занимался там, была одна информация, сейчас информация посвежее, и вот там 80-летнего там йога. И вот, мол, вот он как там живет, смотрите, живет. И дали ссылочку на этого йога, что сейчас он, значит, лежит в больнице. За ним следят, он там действительно не ест, не пьет или там притворяется. Ну, вот, в таком духе. И как бы считается, вот это вот хорошо. Хорошо, ты смотри, он там не ест, не пьет. Но вы видели на видео этого йога, этого мужчина? То есть для того, чтобы обрести вот такие вот качества, как не есть, не пить годами, надо настолько в первую очередь перестроить свое собственное сознание, что вам вот эта вот вся эта наша жизнь со всеми ее благами и со всеми ее особенностями, как мы ее привыкли понимать, она становится нам ненужной, просто ненужной. То есть такой человек, он чужд этой жизни, он не работает, он не содержит семью, он еще чем-то там таким не обременен, он только занят определенными вещами. Духовного порядка, можно так сказать, которые для нас непонятны, неведомы. И именно оттуда идет источник его сил. Для того, чтобы, я возвращаюсь, этого достигнуть, надо превратиться совершенно в иную личность, асоциальную для нашего общества. И вот когда вот это вот все говорится, там вот, ага, вот этот, он достиг вот этого, не ест, не пьет, а может быть военные заинтересовались, а может быть солдаты, вот обучить вот этой методике, и они тогда будут воевать за вас, за какие-то сомнительные интересы, которые меняются от года к году, от одного правительства к другому правительству. Вот, а эти люди
для них вообще это все это государственность, система, семейные ценности и прочее, прочее, ничего не значит. У них совершенно иные интересы, совершенно иные интересы. И чтобы овладеть этой методикой, да, и, как бы сказать, в первую очередь показать духовным силам, что ты искренен, что ты стремишься к этому, требуется время. А когда все это думают направить на то, чтобы были солдаты, способные убивать других солдат, и при этом какие-то там корыстные интересы соблюдать. А сейчас какие государственные интересы? Вы вообще вот задумались, какие государственные интересы в мире правят? В мире правят интересы разных торговых, транснациональных, как там их, организаций, которые слились с государством, естественно, с управлением, с армией, и ихняя задача вот, вот такая вот. Поэтому вот такие вот вещи, как, вернее, как бы тут даже лучше сказать, вот то, что этот йог не ест и не пьет, это следствие его особой духовной трансформации. Следствие. И как знаете, вот какие-то, как бы сказать, вот дополнительные такие фишечки. Фишечки. Основное это то, что произошла духовная трансформация его. Переделка всей его сущности. Совершенно другое стало, будем говорить, тонкие поля, совершенно другие. Они, естественно, перестроили и физическое тело. Вот, то есть, это эффект духовной трансформации, который, как бы сказать, дает какие-то там своеобразные бонусы. Это в виде того, что человек перестает есть, перестает пить, потому что он становится независимым от материального мира. Он целиком погружен в духовный мир. И все, что надо, делается там, в этих тонких полях, тонких полевых структурах, которые есть у каждого человека и которые могут раскрыться, но для этого надо совершенно по-иному отнестись к окружающему миру. И вот так просто вот это взять не получится. Не получится. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.